Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Александр, видео с которым со вчерашнего дня нашей выставки вызвало огромный ажиотаж. Его красно-клешневой синего цвета рак просто сбередил умы всех наших зрителей, и мы не оставляли вообще никаких возможностей все-таки не пригласить его повторно к нам в эфир. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что пригласили, рад. Мы говорили о выращивании рака, мы говорили о том, как его правильно варить, но оказывается, что у вас есть и такой вариант рака, уже вареный, запаянный блистер. Очень хочется поподробнее. Мы занимаемся его переработкой, потому что он очень капризный рак при перевозке и все такое. Люди уже привыкли взять готовый продукт. Это у нас продукт высокой степени готовности. Мы его вакуумируем, шокируем при минус 50 градусов, он отварен в нашем фирменном бульоне, в рассоле, залит, завакуумирован, заморожен, и вот так он и подается, продается. Каждая пачка имеет свою весовую навеску, то есть его достаточно бросить в кипяток, разогреть дома, и приятного аппетита, кушайте. Расскажите, в замороженном виде сколько он может храниться? В замороженном виде он хранится год. При размораживании мы не рекомендуем повторную заморозку, потому что теряется качество продукта, но при размораживании он может храниться до 2 недель просто в холодильнике, в рассоле лежать без скрытой упаковочки. Если упаковку скрыли, то желательно в течение суток съесть. Но обычно так долго он не лежит, потому что продукт очень вкусный и уходит на ура, будем так говорить. Еще хотелось бы отметить, что по сравнению с нашим обычным речным раком, мясо реально в 2 раза больше. Мясо по качеству совсем другое, выращено на зерновых, как бычки есть. Травяной откорм, есть зерновой откорм. Вот у нас раки зернового откорма идут. Замечательно. Ну, просто красавцы. Хочется лишь пожелать, чтобы поскорее в моем ближайшем магазине я увидел эту продукцию, поскорее ее купил. Или можно уже приобрести у нас на выставке? На выставке мы торгуем сейчас нашим раком, торгуем. Вот именно вот такой упаковочки, есть больше упаковки, чуть меньше упаковки, но любой посетитель может взять уже сегодня вечером, отпробовать в кругу друзей. Кстати, он очень сытный, опять-таки, в отличие от нашего рака. Для вот этой упаковки на человека, вот 6 штучек, этого достаточно, чтобы наесться, вот хорошо наесться. Ну, этот посетитель уже в моем лице найден, поэтому давайте расскажем, в каком павильоне, в каком стенде вас искать. Это всегда самый здоровский вопрос для всех наших спикеров, потому что никто не знает, как называется их павильон. Ну, сориентируйте. Слева от центральной сцены, прямо на углу, рядом с фотозоной. Мимо нас не пройдете. Отлично, спасибо большое. Спасибо большое за такой замечательный продукт. Очень рад был еще раз с вами пообщаться и надеюсь, что рак продолжит бередить души и умы наших зрителей. Да, я скажу, что такого рака вы еще не пробовали. Поэтому милости просим, всегда всем рады.